Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Дарити, и мы продолжаем с вами играть в игрушку Contra City. Ну что ж, давайте посмотрим. Для начала я бы с вами приобрел снайперку, хотя бы давайте серпа возьмем. Он все равно уже будет получше. Так, отлично, серп взяли. А тут мы оставим то же самое. Дробовик, стоит ли брать дробовик, я не знаю. Может быть, не будем брать, а в другой раз, когда... по какой-нибудь акции возьмем. Не знаю, возможно, акцию проведем на 7000 подписчиков. Возможно. Так, посмотрим, смотря какие скидки будут. Так, внешний вид. Давайте лучше, знаете, что, зайдем в штаб, тренировочный зал. Так, и тут можно что-нибудь прокачать здоровье, допустим, плюс 40. Шмотник, давайте броню лучше возьмем. Будет, мне кажется, пока что актуальней. Это нам даст плюс 20 к броне. Плюс 60 брони у меня будет. Все, отлично. И давайте возьмем насмешку. Так, магазин. Купим на один день насмешку, отлично. Смешку вот тебя возьмем на кнопочку Е. Так, ну что ж, все вроде приобрели. Оружие, так. У меня же снайперка выбрана более лучшая, я так понимаю. Так, ну да, из пистолетов у нас сверхдембель есть. И комиссар. Конечно, сверхдембель круче. Вступаем в бой. Какой-то Павлик Снеговзрыв, ребят, пишите в комментариях, вот как вам пушка вот эта. Просто хочется почитать ваше мнение. Огнемет у меня есть, мне он понравился, кстати, крутой. В тесном помещении он очень даже хорошо помогает. Клык. Как вам клык, ребят? Так, хорошо, играем за синих. Сейчас мы возродимся. Меч с мечом самурая. Так, пистолет. Автомат. Снайперка. Там всего лишь один патрон. Но я думаю, она достойная снайперка. Вау. Вот, я видел их там. Блин, меня застрелили с попугаем. Ну ладно. Так, они, значит, у нас красные. Блин. Ладно, снайперка вообще тут не нужна пока что. Вот автомат нам пригодится. Так, прям в логово бежим, негодяем. Ёлы-шпалы. Что-то я фигово играю. Немножко фиговасто, ладно. Блин, а мог его попасть. Давайте отсюда выйдем. Так, попал. Так, а закончилось, значит, у нас сражение. Интересно, сейчас будет новая какая-нибудь карта или будем продолжать играть? Сейчас посмотрим.
Да, та же самая карта, 5 минут. Ну давайте поиграем на ней. Мало патронов в этой снайперке. Я всего лишь помог. Так, все, закончились патроны. Так, я убил, по-моему. Отлично. Дерзко убил. Хорошо, немножко разобрались. Так, давайте возьмем снайперку. Так, я опять помог. Убил кое-кого. Так, уже тройное убийство у меня. Так, неплохо, немножко научился играть. Так, он, давайте поснайперим немножко. Только аккуратнее. Так, там на горизонте никого не вижу. Отлично, в голову. Так, там никого нету. Кто-то выходит из здания. Попал. Ну хорошо, я его завалил. Поджарил. Поджарил негодяя. Так, тут нужен автомат. Так, хорошо. Так, ну я одного убил, благо. Ух ты, как вас много там. Так, убило кого-то. Так, в голову прям. Надо было резко поменять с вами оружие. У меня мало здоровья. А
ну все, закончилась игра. Ну, в принципе, неплохо сыграли. 17 убили, кто-то 11, 16 убил, 11 раз погиб. У меня самый лучший счет получается. Так, ну что ж. Так, вернемся. Нет, в штаб. Немножко денег заработали, но нам надо, короче. Так, главное не то, досье, клан, товарищи. Битва, давайте выберем какую-нибудь игру. А, так. Рубеж. Давайте посмотрим на... А, вот, мы в рубеже уже играли. Он, кстати, на том же сервере. Враг у ворот, давайте в нее поиграем. Так, ну что же, загрузка у нас закончилась. По-моему, я не помню, чтобы я вот эту играл. Так, на полный экран. Вау, я тут вообще не был. Тут мне будет сложно. Ух ты, я вижу, там кто-то ушел. Может, это нож? Ой, нож. Наш. Из наших, свояцких. Так, ладно, давайте на самый верх поднимемся. Вон, я вижу там негодяя. Так, где же он был-то? Блин, закончился раунд не вовремя. Только в игру втянулись. Ладно, ждем следующего. Ух ты, 10 минут целый будет длиться бой. То есть как раз мы поизучаем карту. Ладно, давайте также наверх пойдем пока что. Ух ты, там уже перестрелка, ладно, он это место занял. Не будем ему мешать. Тут, я думаю, очень круто снайперить. Так, отлично, убили. Вон, я вижу там еще одного. Вот он один. Так, отлично, готов. Снайперить тут реально тема. Если у тебя хорошая снайперка, то тут тебе будет комфортно. Так, ладно, добили, отлично. Тут интересная такая игра на добивание. Так, хорошо, попробуем зайти, забраться на самый верх. Кто ты такой? Блин, пугает меня. Так, неплохо. Так, с базуки меня, что ли, кто-то снял? Так, ладно. Изначально нужно брать, наверное, автомат. Потому что мало ли кто на нас набросится. Так, а вот тут нужна снайперка. Вовремя, конечно, ты. Так, добили, отлично. Так, хороший выстрел. Сейчас мы его добьем. Конечно, никого не убили, но он где-то тут. Вот он. Так, я уже немножко в теме. Так, хороший выстрел. Так, спасибо.
прикольная штука. Последний патрон, что ли, у меня? Так, сожгли его. Неплохо сделали. Давайте перезарядимся. Вот оно. Так, нам надо это подлечиться и взять с вами патроны. Так, ну все, теперь все хорошо. Теперь мы можем продолжать набивать фраги. Так, промазали, ну ладно, это не беда. Один раз промазали, второй раз попадем. Ну, я его тоже убил. Мы друг друга, получается, убили. А автомат хорошо на добивание, вот, допустим, с снайперкой. Попал в кого-то, взял потом автомат быстро и добил. Потому что видно же, поскольку отнимаешь у него. Так, смотрите. Что ты будешь делать-то? Так, ладно. В принципе, можно из базуки добить. Думают, они самые сильные. Да вот фиком. Думают, самые продвинутые. А мы, тем не менее, их выигрываем. Возможно, они по скайпу играют. Раз у них так все сплоченно. Ух ты, кто-то меня застрелил. Это наверх бежит. Так, я думаю, они отсюда сейчас высунутся. Неплохо. Хорошо, попробую на базу собраться ихнюю. Не получилось. Вот не беда, я думал, они нас меня не заметят. Все будет очень аккуратно. Ну, конечно, тут можно и подудеть. Вон, я одного заметил. Не знаю, заметил ли он меня. Опасно, сложно сообразить. Сразу, блин, там они... Пока что со щитами бегают. Я думаю, надо... Сзади их бить. Да, отлично. Так, неплохо. Так, вон они бегут. Сейчас мы вас найдем. Блин, ладно, на своей базе как-то спокойней охранять. По крайней мере, ты знаешь, откуда они вылезут. На чужой базе все-таки их сильно много. Блин, промазал. Так, молодец. Хороший пистолет. Блин, я бы мог его убить. Просто я что-то замешкался.
Да, ну были хорошие моменты все-таки. Так, молодец я. Прыгнул, гад, в крышу. Так, меня взорвали. Так, тут наверху, по-моему, бегает, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Фу, что-то немножко в сон еще клонит. Так, хорошо, хорошее добивание. Теперь нужно отступить. То, что там еще стреляет-то? По очкам мы выигрываем, да? Он по-любому выглянет. Нет. Все-таки мы победили, ребят. Так, хороший счет, давайте выйдем в штаб. Ангар, задний двор. Давайте сюда попробуем поиграть. Ну, тут еще поиграем. Я думаю, на этом можно будет завершить небольшую серию по Контра-Сити. Так, загрузочка, отлично. А что так мало людей тут? Всего лишь 6. Сейчас до скольки мы будем играть-то? Так, ладно. Ты сам напросился. Что там, никого нет, что ли? Будем ждать и ходить здесь, чтобы потом поджарить. Они по-любому рано или поздно откроют дверь. Так, или же они пойдут сверху. На этот счет у меня есть снайперка. Защитим Контра-Сити. Ни шагу назад. Вообще глухо, никого не видно. Вот он один. Пробежал. Благо нас не заметил. Вау-вау-вау, это свои. Что же я так пугаюсь-то? А штаб никто не открывает. Можно, конечно, оттуда перейти. Вот он идет, вот он. Блин, как же я его упустил, ладно, он. Он по-любому будет спускаться отсюда. Меня могут заметить. Что ж ты будешь делать? Что-то скучно, как никого нету. И дверь никто нам не открывает. О, там уже пальба идет. Можно поиздеваться над ними. Ничего они мне не сделают. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо.
Отлично. Как я круто сделал. Продолжаем измываться. Кто там был? Ладно, я думаю, пора отступить, ребят. Кто ж там? Не умеют играть, не берись. Хотя нет, лучше браться и учиться. Так, давайте на базу подберемся. И сгорел все равно. Так, ну что ж, давайте на этой нотке закончим, ребят. Подудим немножко. И в следующей серии обязательно встретимся. С вами был Дарит, ребят. Всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.